В этом году на всей территории России стартовал федеральный проект формирования комфортной городской среды. В долгосрочную программу вошел и наш муниципалитет. Это дало возможность начать благоустройство нескольких дворов, многоквартирных домов и общественных территорий. Тему продолжат мои коллеги. В этом году в федеральную программу формирования комфортной городской среды в Славянске на Кубани включены 5 дворов многоквартирных домов, 2 двора в Коржевском сельском поселении и территория будущего молодежного сквера. Важность данной программы в том, что она позволяет реализовать собственные проекты по благоустройству, получив существенную финансовую поддержку из федерального бюджета. Особенностью реализации проектов является непосредственное участие в них самих жителей в сотрудничестве с местной властью. Общий объем программы составил порядка 26,7 миллионов рублей. И согласно этой программе в этом году, в 2017, значит, будет капитально выполнено благоустройство сквера, расположенного на улице Школьной и Красной, который в последующем будет назван как сквер молодежный. И также запланировано благоустройство 5 дворовых территорий, в том числе вот где мы сейчас находимся, по адресу Ковтюха, 39. Значит, по всем объектам проектной организации были разработаны проектно-сметная документация, которая прошла обязательное общественное обсуждение с привлечением жителей дворовых территорий, с привлечением специалистов района городской администрации, с привлечением общественных организаций. Работы по благоустройству дворов начались в первых числах сентября по улице Ковтюха, 39. Как и в других дворах многоквартирных домов, определены работы по ремонту проездов к домам, обустройству территорий скамейками, урнами, освещением. Будут сделаны парковочные места, установлены детские и спортивные площадки. На всех объектах работает генеральный подрядчик компании «Югстрой Плюс» Зорик Серобян. Он рассказал, какие работы ведутся на данном этапе и что еще предстоит выполнить. В данный момент привозим материал. Мы демонтировали старые бордюры. Будем полностью ставить новые бордюры во дворе. То есть в дальнейшем здесь будет установлена ливневка для отвода воды и детская площадка. Стоит отметить, что программа рассчитана до 2022 года. Ремонт дворов 7 многоквартирных домов – это только начало большой работы по модернизации городской среды. По ее завершению, благодаря тесному и плодотворному взаимодействию власти и жителей, в Славянском районе появятся новые парки и скверы, будут благоустроены и станут комфортными для жизни дворы многоэтажек. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».